Опасные игры с безвизом. Украинские власти своим давлением на Анабу сознательно поставили под угрозу безвизовый режим с ЕС. Об этом заявила посол Франции в Украине Изабель Дюмон. По словам дипломата, в Брюсселе были шокированы нападками на антикоррупционные структуры и даже обсуждали прекращение безвиза. Дюмон настаивает, Украине крайне важно создать антикоррупционный суд. Также, по словам посла, Европу тревожит информация о существовании коррупционной схемы, которая позволяет гражданам третьих стран получать паспорт Украины.